Чем тоньше лед, тем больше хочется проверить, выдержит ли он. В эфире «Студенческая 7». Здравствуйте! Международный олимпийский комитет настойчиво рекомендует исключить спортивную борьбу из программы Олимпийских игр. Но не нравится им, что в этом виде спорта всегда побеждают россияне. В ответ на эту провокацию спортивный центр ИжГТУ предложил включить соревнования по исконно русскому виду спорта – зимней рыбалке. Зачет спартакиады преподавателей и сотрудников вузов республики. Ну что ж, берем коловорот и вперед! Погода была скверная. Скажем прямо, погода была просто отвратительная. Шел проливной дождь, который тут же сковывал землю коварной ледяной коркой. И с тоской, глядя на все это безобразие, крепло убеждение – сегодня рыбалки точно не будет. Но, вопреки всем прогнозам, рыбалка состоялась. Соревнования, как известно, проходят при любой погоде. Великолепная погода, великолепный отдых, соревновательный азарт. Рассчитываю на первое место. Надо быть большим авантюристом или фанатом зимней рыбалки, чтобы в такую погоду выйти на лед. Впрочем, есть еще один вариант столь высокой мотивации. Если впереди с коловоротом и рыбацким ящиком сам ректор и главный бухгалтер, дорога к дому вам заказана. Я первый раз на зимней рыбалке, если честно сказать. Не знаю, может быть, через какое-то время почувствую это удовольствие. Не все сказал Юрий Владимирович, а только подумал. Если бы рыбалка не успокаивала так, как про это говорят, поубивал бы всех чертовой русалки. Впрочем, лучше выходной на рыбалке, чем выходной на работе. Мучения дебютанта длятся до первой поклевки и пойманной рыбешки. Бывалые рыбаки скажут: «Все, пропащая душа». Рыбацкое счастье. Только что родился рыбак. Настало время задать сакраментальный вопрос. Что самое главное в зимней рыбалке и в чем ее военная тайна? Холодно, ветрено, потом приезжаешь, смотрите, какое безбрежное море снега и белизны, и забываешь обо всем на свете. Поэтому вот в этом основная прелесть рыбалки. Друзья, а остальное приложится. Теплая погода, рыба, природа. Самое лучшее в мире настроение. Все приложится. Самое главное – друзья. Так хотелось бы верить в аксиому профессора Рябко о том, что главное на рыбалке – это друзья. Не получается. Нами эмпирически установлено, что самое главное на рыбалке – это борьба амбиций. От духа соперничества здесь порой закипает даже лед. Вот как реагировали участники соревнований на наше появление. Проходи, слушай, мимо, пожалуйста. Не мешай. Плюй его. Не мешайте, рыбу распугает. Видите, уже сорвалась крупная, еле-еле достала. Не мешайте, пожалуйста, работать надо пока. Рыбка тебя боится. Иди отсюда, не мешай. Что же мы имеем в сухом остатке? Совершенно верно. Еще одно подтверждение старой пословицы. Рыбак рыбака ненавидит издалека. Любая добыча для мужика значительна. Это уже не важно что, а желаний всегда больше, чем рыбы. Многогранные интересы ученых технического университета. Одни занимаются теорией вероятности поклевки на льду Воткинского водохранилища. Другие интересуются остатками звездного дождя на дне озера Чебаркуль. Специалисты утверждают, что математическому моделированию можно подвергнуть любое явление. От нежного поцелуя любящих людей до падения Челябинского метеорита. Все упирается в возможности, прежде всего, самой вычислительной техники. Вот сейчас пока на сегодняшний день мы более-менее свободно владеем быстродействием 10-12 операций в секунду. Эта цифра не очень, как сказать, высокая. Вот, скажем, прогноз погоды больше, чем на 3 дня мы не можем делать. Качественный прогноз погоды. Если говорить даже вот про позавчерашнюю пургу, так там ошибка на день получилась. Значит, вот возможности современной вычислительной техники. Разорвало меня, упал. По всему Уралу лежу. Сообщил в первые минуты после падения в своем твиттере космический хулиган. Ударная волна выбила большую часть окон в домах
Из вентиляции выдувало пыль в квартиры, а у цинкового завода от испуга отвалилась стена. Тот чайник взорваться может, правильно, если вы его там закрыли и ждете, когда все в пар перейдет. И потом внезапно, ну, скороварки летают, пробки. А здесь все происходит внезапно, скоротечно. Все происходит скоротечно, и поэтому воспринимается нами как взрыв. А на самом деле это просто процессы испарения, которые идут с очень большой скоростью. В том же твиттере челябинский метеорит извинился перед пострадавшими от его падения и сообщил, что он просто гулял, но не рассчитал маршрут и упал. Вот только что нам, грешным, его извинения. Получается, что мы беззащитны, если не способны заметить в космосе булыжник размером в 14 метров. Наверное, беззащитны из-за того, что у нас нет средств, которые позволили бы обнаружить в космосе вот такие объекты маленьких размеров. Сможем ли сбить, я не знаю. Значит, пока такие задачи не ставились. С точки зрения высительной техники, это реальная задача, так? С точки зрения энергетических затрат, тоже вполне реально. Антиракеты скорости дают приличные. Значит, за секунду ракета может преодолеть 10 километров примерно. Скорости вполне подходящие для того, чтобы перехватить этот объект. Все упирается только в то, чтобы обнаружить вовремя. Это радиолокация, те же телескопы, которые в космосе располагаются. Это технически посильная задача. Но с точки зрения средств обнаружения, я не знаю, как там оптика у нас развивается. Мы продолжаем тему звезд. Только не падающих, а восходящих. На прошлой неделе произошло событие, которое еще раз подтвердило, что технический университет традиционно силен и физиками, и лириками. Много лет доцент кафедры промышленное и гражданское строительство Павел Монохин занимается проблемами трансформирующих каркасов, применяемых в строительстве зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения в районах Сибири и Крайнего Севера. Еще на заре своей научной карьеры за разработку этой темы Павел Монохин в составе авторского коллектива был награжден бронзовой медалью Главного комитета ВДНХ СССР. Но мало кому известно, что значительно раньше он начал писать стихи. Студенты, знающие о пристрастии своего преподавателя, спорят, чего в нем больше – физика или лирика. Думаю, лирика все-таки, потому что часто в разговорах всплывают философские темы. В издательстве «Книгоград» вышел в свет новый сборник стихов Павла Монохина «Монополия любви». С некоторыми из них автор участвовал в поэтических конкурсах самого разного уровня. По итогам года в номинации «За победу в творческих проектах» наш университетский и физик, и лирик был признан Человеком года ИжГТУ 2012. Прелесть ушедшего дня в том, что он был и угас, в том, что уже никогда не повторится для нас. Прелесть ушедшего дня, радость его и боль в том, что уже нельзя переиграть его роль. Глупо винить судьбу, каждый сам виноват, что в этот миг не ему толпа горлопанит виват. Как дорогое вино, печаль опьяняет меня, понять никому не дано прелесть ушедшего дня. Как-то Марк Твен вел под руку даму к обеденному столу. У него было хорошее настроение, и он сказал: «Вы очаровательны». Нелюбезная особа ответила: «Жаль, что я не могу отблагодарить вас таким же комплиментом». Марк Твен рассмеялся: «А вы сделайте, как я, соврите». Никто так не врет, как политики и рыбаки. И если первые без удержу фантазируют на тему, как оно будет завтра, то рыбаки рассказывают, что было вчера. Рыбаку прихвастнуть, что ершу хвостом вильнуть. Здесь существует только одно ограничение – ширина размаха рук. Вот вчера, например, выходил судак здесь. Мы побрали судака хорошо. Ну вот, вот такой вот. Лунку не проходил, мы его высверливали рядом, крючком зацепляли, вытаскивали. Угу. Так вот. А сегодня вот, ну, погода не та, дождь. Всяк по-своему выбирает, как его кивок должен рыбке кланяться. Один это делает легкими и частыми покачиваниями, являя сопливому ершу лишь снисходительное почтение. Другой завлекает беспородного широкими размашистыми движениями. А насаживание мотыля, о, это целая наука. Клев и бывало, две крупные рыбины он пойманы в баночку из-под майонеза, складированы. Пусть плавают, им тоже жить хочется. Но я загадал желание, если я поймаю эту рыбешку, я, конечно, отпущу, но все-таки желание исполнится.
декан инженерно-строительного факультета профессор Первушин, склонив перед лункой колено, неспешно размышлял. Если есть рыба-пила и рыба-молот, что же они там строят на дне? Первый раз в своей жизни сверлил лунку. И первый раз в своей жизни поймал вот маленькую рыбку зимой. Летом ловлю большие. Холодно, руки замерзают, рыба не ловится. Настроение хорошее только от того, что свежий воздух, хорошая природа и коллектив. Зимняя рыбалка, вот чем и хороша. Я вообще сюда перееду скоро, потому что таких прекрасных мест это еще надо поискать. Рыбалка бывает особенно хороша, если взять с собой женщин. Даже несмотря на то, что они все делают неправильно. Говорят слишком громко, берут не ту наживку, забрасывают не так. У них даже поклевки какие-то нелепые. И вообще, они рыбы ловят больше, чем мужики. Женщина остается верна себе даже на подледном лове. Она все время стремится подкормить. Вот и сейчас одна крошит в маленькую лунку корочку хлеба, а вторая удочкой старается протолкнуть прикорм сквозь метровый слой льда. Везет обычно тем, кому больше всех нужно. Удочка-то моя, значит, я поймал. Давай торжественно ее отпустим. Сначала сняли размер. Да, размер. Ну, уж какой был, такой был. Итоги соревнования все равно подвести надо. Мероприятие получилось, удалось в первую очередь. Вот. И тот заряд положительных эмоций, которые сегодня получили, ну, это в любом случае лучше, если бы сегодня пролежали на диване в такую погоду. Пришла весна. В гардеробах городских квартир проснулась и празднует моль. А в сельских домах – мотыльки. Первые зачетные соревнования по подледному лову в спартакиаде преподавателей и сотрудников ИЖГТУ завершены. И пусть улов не богат, победителей назвали, добытчиков наградили, уху сварили. Очевидно, все из того же вот такого вчерашнего судака профессора Брызгалова. В прошлое воскресенье я поймал щуку. Вот как моя нога. Брось заливать, таких волосатых щук не бывает. И вообще нам пора сматывать удочки. Вместо традиционного рыбацкого, ни хвоста вам, ни чешуи, мы говорим всего вам доброго. До свидания.